Проблема борьбы с пытками – это то, что беспокоит правозащитников во всех странах. И мы здесь, в Беларуси, не исключение. В частности, правозащитный центр «Весна» очень большое внимание уделяет этой проблеме. И мы говорим о том, что свобода от пыток – это неотъемлемое право. Оно не может быть ограничено никогда и ничем. Оно не ограничивается ни в период проведения военных действий, ни какими-то высокими соображениями там, государственной безопасности и еще чего-либо. С 10 декабря 1984 года действует Конвенция против пыток, которую Беларусь ратифицировала еще в 1987 году. И белорусское государство обязано уважать провозглашенные там принципы. Работа по этим направлениям происходит и в виде постоянного напоминания как людям, так и госорганам о том, что пытки, жестокое бесчеловечное обращение недопустимы. Так и в связи с помощью жертвам такого обращения. Например, в правозащитном центре «Весна» оказывалась помощь родным погибшим в результате жестокого обращения Александра Акулича, заключенного СИЗО-1 города Минска Птичкина. Мы помогали заключенному Петру Кучуре, который стал жертвой жестокого обращения со стороны администрации мест лишения свободы. Пытки – это та проблема, о которой никогда нельзя забывать. Это часто скрытая проблема, потому что и администрация мест лишения свободы, и те, кто могут в той или иной мере применять пытки и жестокое бесчеловечное обращение, всеми силами стремятся замолчать эти факты. И жертвы не так часто соглашаются поговорить об этом в силу разных причин. Но эту проблему мы должны держать в поле своего зрения и помогать тем, кто стал жертвами такого обращения.